Весенний призыв 2021 года начался с середины апреля. Из Чувашской республики на службу отправится более 1000 ребят. Мои коллеги побывали на сборном пункте Чебоксарского военкомата и проводили группу новобранцев. Строгий режим эпидбезопасности продиктован ковидными реалиями. Сразу после прибытия ребята по одному проходят передвижную лабораторию, где проводится тестирование на COVID-19. В нынешних условиях результаты можно узнать всего за 15 минут. Родных и друзей призывников, как и в прошлом году, не пускают. Проситься на год им пришлось дома. То есть соблюдаются все меры предосторожности, чтобы вооруженные силы не занести эту новую инфекцию. Карантинные мероприятия пока у нас до конца не сняты, все действует. Также идет обработка помещений, дезинфекция. В вооруженных силах есть все условия для хорошей службы, чтобы через год вернуться повзрослевшим, возмужавшим человеком. Весенний призыв 2021 года начали с середины апреля. Он продлится до 15 июля. Из Чувашской республики за весенний призывной период на службу отправятся более 1000 ребят. Эти 23 человека будут служить в войсках Росгвардии в Москве. Я думаю, что нужно служить, потому что это долг каждого гражданина России. И вообще, познаешь, взрослеешь там. Я считаю, что армия – это школа для настоящего мужчины. Служить в армии – это значит, я могу защитить свою родину, если вообще враги нападут на наше государство. То, что я могу постоять и отдать долг родине. Екатерина Шеверова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.